Какао с куркумой и перцем. Молоко, стакан, куркума, сахар, перец черный и перец красный. Ложка чайная и два вспомогательных ковшика. Первое. Наливаем молоко и ставим его нагреваться. О красном перце. Горячий перцовый напиток с красным перцем излечивает простуду гораздо быстрее, чем дорогие лекарства. Пока молоко нагревается, выполняем следующие операции. В ковшик, где будет готовый напиток, в котором будет готовиться напиток, насыпаем одну чайную ложку куркумы. Две чайные ложки сахара. О важной роли черного перца в этом рецепте будет сказано далее. Перец. Перец черный. Черный перец активирует усваивание куркумы организмом по исследованиям в 2000 раз. Звучит удивительно, но такие цифры приводятся. Перца, ну вот я беру столько. Можно попробовать на себе переносимость напитка. Может быть чуть поменьше, может быть чуть побольше. Черный перец острый. Красный перец. Можно завершить черным перцем. Красный перец имеет свои особенности, тоже где-то десятая часть чайной ложки. Перемешиваем все это. И добавляем какао. Обычный какао, золотой ярлык. В инструкции написано 1-2 чайные ложки на стакан. Добавляем какао, перемешиваем. Доливаем где-то немного молока. Можно на этом этапе доливать горячую воду до 20-30 миллилитров. Размешиваем до отсутствия комочков, до равномерной консистенции. Молоко нагревается отдельно, потому что этот напиток будет кипятиться 1-1,5 минуты. Для того, чтобы не подгорало, лучше молоко отдельно подогреть. Куркума содержит действующее вещество куркумин, полезные свойства куркумина. Куркумин восстанавливает артериальное давление, хорошо влияет на работу сердца и снижает риск возникновения атеросклероза сосудов. Эффективен при мигренях. Куркумин способствует потере жировой ткани за счет торможения выработки жирных кислот и повышения скорости их окисления. Пока мы готовили, размешивали смесь, молоко нагрелось до нужной температуры. Перемешиваем и ставим на огонь для завершения. Огонь максимально.
Куркума эффективна при болях в суставах. Она входит в состав многих добавок для здоровья суставов с противовоспалительными свойствами. Исследование, проведенное в 2010 году, показало, что прием 1 грамма куркумина в день, это примерно 2 чайные ложки куркумы, в течение 6 месяцев приводит к значительному уменьшению болей у мужчин и женщин среднего возраста, страдающих остеоартритом. Периодически помешиваем. Куркумин ускоряет восстановление организма после нагрузок, снимает воспаление в мышцах и тонизирует их. Поэтому куркумин полезен активно тренирующимся спортсменам, выступающим атлетам и людям, выполняющим тяжелую физическую работу. Учеными было доказано, что куркумин является довольно сильным натуральным антибиотиком, который, в отличие от синтетических аналогов, не разрушает микрофлору желудочно-кишечного тракта. Он помогает противостоять грибкам даже при первом взаимодействии с ними. Куркумин проникает внутрь клеточных мембран, делая их более крепкими и плотными, что не дает вирусам и бактериям попасть в них. Вот какао начинает закипать. Убавляем огонь и в течение минуты кипятим. Куркумин является антиоксидантом и помогает уменьшить вредоносный эффект от пестицидов, выводит тяжелые металлы, токсины и шлаки, что положительно сказывается на состоянии кожи, волос и организма в целом. Можно помешивать, чтобы куркума не подгорала. Научные исследования показывают, что куркумин абсолютно безвреден для здорового человека. Он широко используется в кулинарии и считается абсолютно безопасным как добавка к пище. О черном перце. Куркумин не растворим в воде, а только в растительном масле. И в чистом виде из куркумы он очень плохо усваивается организмом. Но сочетание куркумина и черного перца позволяет повысить усваиваемость куркумина организмом в сотни раз. Ну, прошла минута. Выключаем. Напиток готов. Я охлаждаю напиток, обычный ковшик с водой, емкость металлическая, и в течение минуты напиток охлаждается до приемлемой температуры. Переливаем напиток в стакан. Можно употреблять какао с куркумой и перцем.